Кировские школьники продолжают сдавать нормы ГТО. 28 января состоится выполнение норматива плавания для выпускников общеобразовательных школ. Пройдет мероприятие по адресу Орловская, 12, старт в 9:30 утра. Стоит отметить, что обладатели золотого знака отличия комплекса ГТО могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Какие еще спортивные события пройдут в эти выходные, расскажем далее. 28 и 29 января в Кирове пройдет областной фестиваль по бегу. Соревнования пройдут в манеже стадиона «Прометей». Участие в нем примут около 250 спортсменов. Состязания пройдут в трех возрастных группах – средний возраст, старший и взрослые. Фестиваль проходит для повышения мастерства легкоатлетов, а также позволяет выявить сильнейших бегунов области. Соревнования пройдут в регионе уже во второй раз. Стартуют они 28 января в 4 часа. Также 28 января пройдет турнир по боксу для новичков. Тренеры хотят посмотреть подрастающие кадры. Такие соревнования пройдут в регионе впервые. На них съедутся ребята в возрасте от 11 до 13 лет со всей области. Лучшие из них получат медали и грамоты. Соревнования стартуют в 11 часов утра по адресу тренера Пушкарева, 2. Посоревнуются в ловкости в эти выходные акробаты. В Кирове пройдет открытое первенство города по спортивной акробатике. В соревнованиях примут участие около сотни спортсменов. Соревнования начнутся в 3 часа дня на Солнечной, 25.